коллеги, друзья. Вы сегодня и мы здесь присутствуем на мероприятии, посвященному, как считают инициаторы этого нашего собрания, да и думаю вы все, очень важному вопросу – духовному и светскому воспитанию нашей молодежи в современных условиях. Вопрос актуален и тем, что нашим ценностям, дагестанским, российским, постоянно противостоит огромная машина средств массовой информации, которые сегодня не ограничены законами достаточными, границами морали, нравственности. Это все проходящее, думаю, со временем будут меры приняты, но сегодня мы не можем оставить на откуп текучки воспитание подрастающего поколения. Один из путей этого нравственного воспитания, нравственного установления нашей молодежи, есть путь и с элементами религиозного воспитания, вот, религиозного обучения. Я предлагаю вот сейчас вам несколько минут предоставить одному из инициаторов, постоянному активному движителю этой проблемы, вот то, что я вот говорил в своем маленьком выступлении, Абдули Алишаеву. Я хочу дать ему несколько минут, чтобы он высказался и рассказал про историю создания этого фильма и что он хотел этим выразить. Прошу, Абдулла вас. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я к этой теме подходил давно, делал несколько работ, касающихся образования вот, в мусульманском мире. И я пришел к выводу, что вот такое разделение, которое сегодня наблюдается в мире, когда есть учебные заведения, которые дают чисто религиозные знания, и другие учебные заведения, которые дают научные знания с чисто материалистических позиций, оно и приводит к тому, что наука развивается не совсем так успешно, как она могла бы развиваться. Дело в том, что мы все знаем, что эпоха Возрождения европейская началась со знакомства европейцев с трактатами мусульманских ученых. Что многие науки, химия, алгебра, астрономия, имеют в своем корне арабское происхождение. Это слова арабские вообще. Почему? Потому что сами эти науки были заимствованы от мусульман. Почему тогда наука была так развита в исламском мире, а сейчас она не настолько успешна, скажем так? Я задавался таким вопросом и пришел к выводу, что полноценность вот, и совершенство образования обеспечивалось тем, что оно не делилось на две части. Человек изучал и духовные науки, и материальные науки одновременно. Это было одно знание о создателе и о созданном им мире. Поэтому они и достигали таких вершин. Вы представьте себе, что 7 веков врачебные трактаты Ибн Сины были учебниками западноевропейских институтов. 7 веков! Какой учебник сейчас держится так долго? Вот, а он был человек, который проходил образование именно в той системе, о которой мы говорим, когда оно не делилось на две части. Как это произошло у нас в Дагестане, это отслеживается в моем фильме. Как это происходило в других исламских странах, я не знаю. Но на сегодняшний день даже тот институт Аль-Асхар знаменитый, который есть, насколько мне известно, там светские так называемые науки, они глубоко не изучаются. Там все-таки дается чисто религиозно. А все-таки мы наблюдаем это разделение. Это первый момент. Второй момент касается того вопроса, который бурно обсуждается сегодня в российском обществе. Это введение религиозного образования в светских учреждениях, в школах и так далее, в общеобразовательных школах. В мире тоже такая практика существует. Нам тоже придется в этом направлении как-то идти, я думаю так. Я сейчас не буду углубляться в эту тему, чтобы оставить возможность здесь всем это обсуждать. И многое об этом сказано в самом фильме. Давайте фильм посмотрим, потом будем дальше говорить, иншаллах. Ассаламу алейкум.